Здравствуйте, товарищи инженеры, меня зовут Федор, вы на канале FeDisplay, это игра Dyson Sphere Program, и у нас робот сел на кристалл железной руды. Я не знаю, что он собирался этим показать, видимо, хотел почесать себе известное место. В прошлой серии я, кстати, тут, вот на этой планете, на соседней, немножко с тормозами-ступниками расставлял титан, и я тут что-то посидел, подумал, там надо было разделить ленты и сделать еще один такой же массив. Может быть, сейчас слетаю туда. Тут надо только по-быстрому у нас небольшой quality of life сделать. И еще я сказал то, что я за кадром расставлю вот эти, вот эту добычу, но я так погонял, почесал репу и подумал, что зачем лишать зрителей топ-контента, поэтому решил оставить это на запись. Поэтому расставлю сейчас как есть. Вот. Такое решение. Так что прошу на этот счет на меня не обижаться, потому что показываю все абсолютно как есть. Практически ничего не вырезая. Может быть, даже придется мне производство железа наладить на соседней планете, но не сейчас, а чуть попозже. Сейчас я совершенно не хочу этим заниматься. Так. Сейчас мне нужно вот тут вот разобраться с этим хозяйством. Ладно, уболтали меня к тому, чтобы ставить вот эти заряжалки. 3, 4, 5. Буду немножко ими тут обмазываться. Но это опять же все потихонечку, по чуть-чуть. Так, тебе сюда. И заходим. Тут главное, чтобы дроны все ровно расставляли, а то они тупят иногда. Хотя сегодня, на самом деле, я бы хотел уже начать производство зеленых кубов, потому что тут ждать уже некуда. Ждать, оттягивать и... ну куда? И так уже отстаем. На ютубе уже все по второму разу игру проходят. Хотя, я не знаю, конечно. Может быть, не все. Хотя наверняка многие, кто уже наигрался, ее просто забыли уже и не показывают. Хайп прошел, можно спокойно начать тут тупить, тормозить. Чем, собственно, я и буду заниматься. Это ж наше любимое. Так, здесь давайте-ка пособираем немножко почву. Она нам на отсыпку пригодится. Мне зеленые кубы-то в большей мере нужны не для того, чтобы прям науку зеленую получить, а для того, чтобы начать пускать транспортные корабли свои и эксплуатировать другие звездные системы. Это ведь наше все, эксплуатация. Так, вас забираем. Чпоньк. Все, пошло производство. Благо загрязнений пока тут никаких нет, поэтому особых проблем вот это все вызывать не должно. Так, ну и продлеваем. Да, вентилятор, вы слабое звено, вам придется немножко подвинуться. Блин, too close, да серьезно. А, то есть ты бы достал, ты просто сюда... Почему он сразу две линии коннекта не рисует? Что за фигня? Боль перфекциониста какую-то тут устроили. Так, почему-то у нас конвейер Т2. Давайте его заапгрейдим. ДТ3. Вас сюда, вас сюда. Ой, ой, идите. Ёперный театр. Железо, ну. Фиаско, братан. Ладно, здесь можно... Так, это мы вытащим. Благо здесь не так, как факторки. Тут просто рецепты можно. Нет, нельзя. Да блин. А, ну здесь фильтры отработали, так что тут все норм. А тут давайте это вычистим. Вот как это называется? Не, переснимать серию я точно не буду, ну и нафиг. Сейчас придется чистить на том, что у нас есть. Ой, беда. А здесь сколько? А, ну тут вроде все норм. Короче, приоритет выхода. Вот так вот, кто будет тупить, попадете вот в такую ситуацию незамысловато. Так, кыш. Блин, как теперь вообще? Вот стыдно смотреть на все на это. Здесь вроде ничего не забило. Защиту от дурака делаешь, 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 она все равно так или иначе не срабатывает. Апгрейд. Апгрейд.
Сюда. Все, сейчас вроде все нормально стало. И здесь тоже подсоединяем. Потратил целых сколько там? 1,5 минуты на это дело. Так, камень лишний. Давай-ка мы тебя скинем сюда. И лишняя медь. Мне ее, к сожалению, никуда по-человечески не скинуть, поэтому придется вот так вот. По-другому тут игра, увы, не понимает. Все, медь ушла, камень ушел. Вроде даже ничего нигде больше не накосячили. Ну, тут, блин, мне не то чтобы нравится прям вот эта вся система. Приоритет давайте отсюда сделаем. Но, тем не менее, ладно, с этим разобрались. Еще бы, конечно, не помешало бы с Титаном разобраться, про который я вначале говорил. Но нет, мы и так тут уже очень сильно отстаем от графика. Мне бы хотелось все-таки внедрить зеленые кубы в производство. Так, у вас что? Почему застой? А, ну, да. Опять же, все упирается в производство железных пластин. Ну, здесь, кстати, уже вроде нормально пошло, так как забили ленты полностью. Не хватало просто изначально руды. Сейчас стало все нормально. Тогда здесь останется просто дождаться, пока они накрафтятся, и тут все выровняется. Ладно, за это будем спокойны. Если что, я потом уже на других планетах начну внедрять производство железных пластин и сюда подвозить. Я тут пока не хочу на планете какие-то макароны осваивать и развивать. Ну его нафиг. Так, у меня нету покрытия. Покрытие заберем. Итак, теперь для производства зеленых кубов мне для начала нужно выстроить производство Strange Matter. Потому что все остальное у меня есть. Вот, и этого вполне хватит. Ну и, естественно, выстроить Diamond. Это все можно сделать где-то вот, наверное, в этом месте. Тут потому что вполне себе все это можно разместить, и оно сюда вполне себе влезет. Так что делаем отсыпку. 1300 у меня есть. 322 тысячи самой земли. Окей. Сойдет. Деревья, камни остались тут мелкие. Сама отсыпка закончилась. Ну, ладно, это не так страшно. Данных станций мне потребуется 1-2, кончилось. Particle контейнер. Particle контейнера я сейчас заберу прямо отсюда. Их мне не так много надо. Ну, для ручного крафта я там не знаю, сколько тут хватит. 100 штук. По 100 штук, к сожалению, нормально не забрать. Титан уперлись. Титан мы теперь уже возим. Вся проблема была в том, что мне не хватало титана. Сейчас мне титана тут, ну, полный бак. Так что с титаном тут все хорошо. У вас еще руда, да, осталась? Блин. С утилизацией, конечно, большие проблемы в этой игре. Да, я знаю, что можно на кнопку Delete удалить. Я это знал еще фиг знает когда. Я ж вначале в самом прочитал клавиши горячие, но... Это как-то неправильно брать и на делит вот это вот удалять. Вот это тоже с точки зрения времени неправильно. Лететь сюда и что-то куда-то раскидывать мешкам. Но, тем не менее, нужно обратить на это внимание. Разработчикам. Я в прошлый раз жаловался насчет того, что блюпринтов нет, и бац, мы это дело их завезли. Может быть, здесь тоже что-нибудь завезут? Вдруг услышит меня китайский бог какой-нибудь или японский. Хоть какой-нибудь. И чтобы сделали уже, наконец, некоторый Quality of Life апдейт. Я, кстати, не знаю, когда у них выйдет roadmap, что они там напишут в нем. Надо будет внимательно ознакомиться, что конкретно разработчики хотят делать в будущем. Потому что это довольно-таки важная вещь, на мой взгляд. А то вон, в широко известной в узких кругах еще одной игре про фабрику в 3D. Там roadmap, а по итогу все деньги на прическу уходят. Но вот зачем это? Так, мне нужна медяха. Окей, сколько у меня башен? Одна всего лишь? Да вы что, издеваетесь? Так, с такой я не понял. 3, 4, 5,
Ну, этого должно хватить на первое время. Еще бы надо поставить производство, конечно, каких-нибудь дронов. Чтоб не руками их крафтить. Так, тут у нас... Она идет по линии и должна отстоять на одну клетку. А между соседними расстояние... Вот так вот. Чтоб все ровно одинаково просто было. Если я ничего не напутал... Да. Еще есть мод, который позволяет отключить вот этого назойливого долбатрона, который у нас гундит постоянно. Еще одну заказать. Ну, пускай крафтится. Не хочу забирать. У меня еще три станции есть. Так, готовая у нас идет вот по этой линии на протяжении, по-моему, через 8 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, нет. А, суммарно. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я большие кубики считаю просто. И вот на этой линии, на пересечении вот этих обеих двух, нужно ее и ставить. Еще раз, 2, 4, 6, 8. Да. Следующая у нас ставится прямо напротив вот этой, где она тут стоит. Это одна клетка в бок, да, получается? И третья ставится на пересечении двух линий сюда. Еще одна станция остается, ее можно поставить. Остальные докрафчу позже, чтобы сейчас на это время не тратить. Итак... Блин, может быть, производство дронов сначала сделать? Они все равно нужны в большом количестве. Нет, дроны я могу в ругах накрафтить, а зеленые матрицы уже начнут и так собираться. Итого, для них алмазы... Так, здесь придется чуть больше заказывать, потому что производство... Как эта штука называется? Strange Matter... А, нет, стопэ, это я что-то прогнал. Здесь, значит, все нормально. Фиолетовая, железка. Так. Particle контейнер. Дальше. Железный слиток. И... Как-то они тут разнесены в разные стороны. И 10... И дейтерий нужен. И все это производится у нас в Particle коллайдерах. Вопрос, сколько их сюда влезет. Давайте сначала дейтери здесь пропишу. Запрос. Дейтери быстрее всего повезли. Да и дроны были. Так, Particle коллайдеры. Я, кстати, здесь энергетику-то так и не развернул ядерную на планете. Хотел сделать еще в позапрошлый раз. Так, где эта срань господня? Вот. У меня для нее не хватает супермагнетических колец. Супермагнитных, как там правильно назвать. Я их, опять же, не хочу автоматизировать, делать из них какой-то мол. Поэтому соберу как есть, чтобы просто мне их внедрить в производство. Не знаю, сколько их получится собрать здесь. Две штуки всего лишь. Дальше еще колец не хватает. Вот это поворот. Но тут придется ждать, пока они накрафтятся. Опять же, все упирается в железо. Проблемы, которые мы так и не решили. Блин, массив вообще неохота ставить на этой планете. Ну, опять же, с железом все слегка попроще. Можно было бы... Может быть... На ту планету, где мы титан разворачивали, там поставить железные пластины. И возить сюда их. Они вообще один к одному делаются. То есть я просто привожу одну ленту полную на железо. Лучше две ленты привезти. И поставить 30 переплавщиков.
Так, нет, на одну ленту 30, на другую. 60 переплавок в сумме. Учитывая то, что там энергия есть, может быть, слетать? Все-таки, фиг знает. Но я бы не хотел лететь до того, как я не запущу в работу вот это вот все. Тут понятное дело, что еще компоненты у нас крафтятся вот эти. Как они правильно называются? Frame Material. Frame — это у нас структура, материал структуры. Че, скрафтилась хотя бы одна-то? Здесь пока что можно, наверное, протянуть логистику. 2, 3. Да, один есть. Но они, насколько я могу судить, они как химзаводы по размеру. Можно даже подогнать и проверить. Нет, они больше. Их можно так-то раком, конечно, вот так поставить. Раком их больше влезет. Сюда алмазы делать в соседнем, причем делать на одной половине только. Потому что алмазы делаются у нас просто из графита. Если, допустим, его заказать сюда, сколько там? Ну, пускай 1000. Отправить их сюда. И под алмазы цехов с одной стороны расставить. Что сам по себе алмаз, он же быстро делается. Ну, 2 секунды. 11. Его, конечно, лучше из природных алмазов клепать, чем из графита. Потому что графита... Ну, я не сказал бы, что прям уж очень много производится у меня. Ну, а здесь тогда particle коллайдеров этих расставить... Сколько их влезет? Их надо тоже со смещением ставить. Так, со смещением я обычно ставлю вот этот, который справа идет. Но если я их поставлю со смещением, мне ведь куда-то нужно будет еще выгружать. Они сами по себе забирают 3 материала. Куда выгружать? Придется какую-то параллельную линию делать. Блин, не, они нифига не влезут так. Хотя нет, так влезут, но выгружать тогда... Вот сюда вот. И по двум не параллельным линиям. Ну, одно вот сюда выгружает. Второе выгружает. Вот сюда. И вместе они заходят. В станцию. Я не знаю, сколько их здесь влезет. Это пока что такая концептуальная схема. Можно сразу продлить. Тут бы, конечно, под них... Блин. Как-то все пободрее бы ставить. Чтоб смотрелось не так убого. Здесь, значит, алмазы у нас пойдут. Блин, алмаз же в печке делается. Значит, их больше сюда влезет. И готовые алмазы тоже можно сюда заводить. Пускай они там летят, куда им нужно. Так. А здесь я воспользуюсь, естественно, Ctrl-C, Ctrl-V. Выгрузка. Надеюсь, нормально все это расставится. 5, 6, 7, 8. Ну, 9 печек спокойно вполне себе поставилось. Здесь ничего не привезли, потому что у меня дронов нет. Тут частично привезли, но все равно дронов нифига не хватает больше. Надо заказать это 10 штук.
5-10, пока я вот это все расставляю. Ну а тут... На, без ручной работы никуда, блин. 2. Почему? Игра, почему ты такая? Кто там любит чужую боль? Вот, пожалуйста, это прям вот... Вот самое вот, что ни на есть, боль. 2, 3. Все, это, в принципе, должно уже работать. 1, 2, 3. И закидываем дронов. Аналогично сюда. Но электричество, кстати, здесь нормально можно будет раскидать. 2, 4, 6. Оно прям все у нас тут по тому, как у нас должно быть, будет сделано. Сюда выгружаем графит. И мне нужно закинуть в станцию еще дронов. Хорошо, алмазы сделали, particle контейнеры тоже сейчас будут готовы. Ну, а только подключить нам станцию осталось. Сюда и указать то, что здесь мы храним Strange Matter. Particle контейнеры. Strange Matter, да, уже оговариваюсь. И Diamond. Вот. Пускай до 5000 делают. Сколько влезет, столько пускай делают. Я тут не хочу это ограничивать, так как мы уже оперируем потоками. Один, два, три. Ну что, везете? Да, везут. Я хочу просто убедиться, что у нас пошла работа. Можно тогда будет еще заказать несколько... так. Миниатюр Particle Collider. О, вот так он называется. Ну, здесь все в супермагнитных кольцах заключалось, а они уперлись в железо. Железные пластины. Возможно, я их опять же за кадром расставлю. Не знаю, мне не очень сильно хочется это все в кадр выносить. Какой смысл? Это бесконечное вот это плодить серии, которые ни о чем пустые. Но, к сожалению, это специфика вот подобного жанра. Тут по-другому... Я вообще не представляю, как по-другому можно сделать. Бесконечный монтаж клепать. Сейчас это вообще бессмысленно. Я уже 100 раз про это говорил. У меня ролики просто не выдаются в поисковой выдаче нормально. Весь поисковый трафик уехал на несколько каналов. Те, кто первые сделали. Ну, так работает YouTube. Я как бы ни в коем разе не осуждаю другие каналы. Вот, но я за хайпом гнаться совершенно не хочу. Пока YouTube как-то не поменяет вот эти алгоритмы, тут оно так и будет работать. Но раз так, ну какой мне смысл делать этот монтаж? Когда-нибудь лет через 200 аудитория, если наберется, монтаж я могу делать нормально. Я думаю, многие, кто там Люсю смотрел монтажно, сейчас немножко, конечно, на это сил нет. Именно вот те ролики доделать. Но когда-нибудь, я надеюсь, когда-нибудь их по-человечески доделаю. Все-таки. В ближайшее время, опять же. Так, тут у нас что, пошла работа? Так что монтажные ролики можно делать хорошо, но от них... Понимаете, один такой ролик делать, и то, что у него всего лишь там 10-15 тысяч просмотров будет, это несерьезно. На ролик тратится очень много времени. А как бы от него выхлоп, что по притоку подписчиков новых, что по... В целом, как бы, по развитию канала. Но он не такой, что прям окупает вот трудозатраты на это все. Поэтому не знаю, как в этом плане действовать. Пока что просто клепаю вот такие ролики с топ-контентом, который сейчас, собственно, показываю. Это процесс сборки Particle Collider. Хотя... Так, 25... В принципе, можно слетать железо, конечно, было бы сделать, но нет. Все-таки давайте наладим производство кубов. Так, везде уже зашел. Вот сюда нужно. Для производства кубов, опять-таки, гравитон ленз. Гравитонные линзы. Они делаются в ассемблерах. Их тогда можно, в принципе, заказать вот здесь вот.
Один коллайдер готов. Можно даже установить его. Первый. Один, два, три. И выгружать будешь сюда. Хотя они так через один, по идее, и получаются. Тут, в принципе, в целом нормально все. Ну, так, сам с собой общаюсь. Тебе сюда, тебя. До сюда не достанет, потом придется вот так ставить. И мне еще нужно заказать столбов. Штук 30. И можно поставить еще один коллайдер. Блин, если я его сюда воткну, у меня же дроны постараются скопировать, да, настройки все. Ну вот видите, что происходит. А, опа. А здесь у нас, оказывается, столбы-то не достают. Тут тогда придется вот так вот замутить такую тему. И расставить... Тебя уберем. Косяки с... Косяки с автоматической расстановкой от этого, к сожалению, никуда не деться. Два, три и разгрузка сюда. Все, поехала работа. Один, два, сколько их тут лезет? Штук 8, наверное. Один, два, может быть, даже 10. Ну, по 4 с одной стороны точно влезет. Десятков я вот не знаю. Так, и здесь... Выгружаем и тут выгружаем. Так, тут у нас, как я сказал, будут производиться гравитоновые линзы. Они у нас потребуют алмазы из соседней станции. Пускай будет 1000. Хотя это очень большой запрос. Я-то прекрасно понимаю, что это большой запрос. Но с другой стороны, если в будущем когда-то делать утилизацию вот этого всего, так, то это все равно все не пропадет, оно все в дело уйдет. И Strange Matter, его запросить в количестве. Тоже вот так вот. Сюда. Блин, надо заказать еще десяток. 4. Кончилось железо. За железом мы слетаем сюда. Надеюсь, оно тут есть. Да. Надеюсь. Доня. Кот у меня там опять начал проситься. Что-то у меня экран моргнул подозрительно. Надеюсь, с записью все хорошо будет. Так, давайте-ка проверю. Да, с записью все нормально. Не знаю, почему он так моргает. Не, ну железо однозначно нужно делать. Все-таки я бы, наверное, предпочел бы его за кадром сделать. Тогда дождемся. В этом ролике железо будет как есть, а в следующем я уже организую производство на соседней планете и просто сделаю доставку сюда. Тут с этим проблем никаких не будет возникать. И еще один. Так, а сегодня я доделаю то, что начал. Столбы. Два. Три. Здесь, опять же, наверняка все будет избыточно, но учитывая то, что сейчас оно все автоматически может расставляться, мне в целом проблем это никаких не доставляет. Автоматически расставить. Так, тут мы производим Graviton Lens. Они делаются... Будут делаться, точнее, достаточно долго. Сколько, кстати? Давайте здесь лучше посмотрим. 6 секунд одна. Так, тогда... Гравитон Ленс. Я тут выгрузку буду делать прямо сюда же, в эту же башню тогда. Сюда у нас пойдет алмаз, сюда у нас пойдешь ты. Вот эту линию я убираю и разверну ее в другую сторону. Теперь ты забираешь с ближнего. А, блин, все равно придется сместить, да? Так, ну окей.
Раз сместить, так сместить. Немножко в сторону. В общем, повторно. Ты забираешь с дальнего, с ближнего и выгружаешь в центр. Ты забираешь с ближнего. Так, нет. Ты забираешь, выгружаешь, точнее. Ты выгружаешь в центр, забираешь с ближнего и забираешь с дальнего. Ну, вот так это все должно работать, по идее. Теперь у меня накрафтилось вас, можно отправить. И третьим здесь указать как раз-таки гравитонные линзы. Ну и докуда здесь оно пойдет? Давайте до сюда продлю, потом, если что, лишнее уберу. Сюда. И делаем копию. 3, 4, 5, 6, 7. 7 сборочных автоматов. Ну, они не работают, потому что электроэнергии нет. Это как бы справедливо. И здесь 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, заработали. Бедолаги. Они бы заработали, до материалов нет. Изначальных вот этих вот. Сколько у нас их тут сделалось? 29 штук. Ну, хорошо. Теперь, значит, это можно... Вот это уже можно перегонять в зеленые кубы. Кубы делать прямо здесь. И сгружать их куда-нибудь вот сюда вот. А это... Даже вот это здесь будет не нужна. Потому что отсюда можно... И вот это даже будет не нужна. Какой от нее смысл, если ими не пользуешься? А тут тогда... запрос линзы, запрос квантум чипа где-то, и храниться будут зеленые кубы. Запрос линзы, пускай будет 500, пускай этих будет 500, и скидываем вот этих ребят. Так, теперь схема должна быть ровно вот такая же. Зато лишь разница, что материал нужно будет поменять. Потому что производится оно все... А, нет. Нет, вру. Производится это все в лабораториях. 24 в секунду. Я не знаю, сколько здесь лабораторий ставить. Можно заказать 6 штук. И, в принципе, этого будет достаточно. Тут даже еще проще будет. 6 штук на выходе воткнул их сюда. С одной стороны. Так, ну лабы поехали. Это отлично. На, здесь нам столбы мешают. Хотя их можно вот так вот распределить будет. Через эти самые столбы, чтобы они не мешали. Или вообще сделать с другой стороны. Их же тут не нужно в большом количестве иметь, этих лабораторий. Да и еблен театр, где вы? Сюда. Итак, производишь зеленые кубы. Раз, два. Вот эту опять же отменяем, как было до этого, в прошлый раз. И заводим внутрь. Отсюда линза, отсюда квантум чип. Ну и сюда заезжают зеленые кубы. И это все можно расклонировать сколько угодно раз. Хотя я не думаю, что это мне прям тут сейчас пригодится, вот это все клонирование. Отлично, поехали зеленки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я не знаю, сколько тут по скорости будет. Пока 9 оставлю. Куда быстрее это?
Я боюсь, что я просто не смогу обеспечить таким количеством гравитон-ленс и всего остального, потому что у меня сейчас всего лишь две, точнее нет, четыре. Четыре коллайдера, этого крайне мало. Надо тогда заказать еще сколько? Еще четыре штуки коллайдеров и расставить. Под них у меня узкое место супермагнетик ринг. Блин, слетать что ли сейчас? Зеленые кубы пошли. Нужно ли мне исследование вот прямо сейчас на зеленых кубах? Какое-нибудь такое, что... Что вот прям совсем в ощпе, вот прям вот... Вот чешется. Я аж не могу, что вот мне надо это исследование сделать. Можно, конечно, сюда выйти и получить энергию. Но без Дайсон-сферы я буду крайне мало делать антиматерии. Поэтому какой смысл? Вот эта штука бы мне не помешала. После кольца можно было бы собрать. Ну, точнее, сразу два кольца собирать. Ну, кто строил, тот в курсе, наверное, уже. Кто не строил, потом покажу. Либо сходить в апгрейды на зеленых кубах. А что у вас? Такая проблема с электричеством, что ли, не так? Нет, с электричеством все хорошо. Не хватает, видимо, там кубиков. Ну да, как всегда. Фиолетовых кубов не хватает. Сюда... нет, сюда не получится. Блин, куда мне их запрашивать тогда? Не, пока что их не буду никуда запрашивать. Пускай они пока здесь стоят. Их, может быть, сразу можно было бы перегонять в ворпы. Пожалуй, наверное, не за кадром придется прямо сейчас лететь и расставлять производство железных пластин, потому что у меня железа крайне не хватает. Это просто... Ну, какая-то катастрофа вообще. Ну, тут что-то такое. Под железо тогда мне придется поставить... Так. Если я там буду делать железо, что мне вообще для этого потребуется? У меня здесь... Я не знаю, влезет ли в эту станцию еще в одну. Это очень-очень плохая идея, все в одну кучу мешать. Но в целом я сюда бы мог железные пластины запрашивать. Опять же, учитывая то, что эта станция у меня работает в пределах одной моей системы, я бы мог сам с собой договориться вот на это. Ну и ограничить транспорт range of vessels, чтобы они летали только в пределах моей системы одной. Один light air. Они никуда дальше, чем моя система, в таком случае не улетят. Это можно отключить, чтобы они варп не расходовали. Все, вот эта станция, она работает только на мою систему. В таком случае я здесь ставлю запрос. Так. Local supply и remote demand. Вот так вот. И пускай 10 тысяч железных пластин они ко мне везут. Сейчас тогда нужно заказать... Где у меня печки? Блин, у меня колец не хватает. Кольца надо мне забрать. Блин, как-то все приходится не в то самое время, когда хотелось бы решать проблемы-то эти. Бетоний кончился. Ну вот, вот оно сейчас одно за другим потянется. Хотя нет, здесь бетоний в принципе есть. Сколько тут штук? 32. Мне нужно... Так... Мне нужно 30 печей. Ну, в принципе, уже печей хватит, чтобы тут особо сильно не пыжить с этими печами. Манипуляторов тоже хватает. Мне нужны буры. 20. Пускай через шестерень делается. И там примерно 10 на одно месторождение уходит. С двух месторождений я буду собирать полный белт и направлять это туда. Еще мне осталось взять с собой ленты. Я надеюсь, сейчас очень быстро все это расставим. Там, в принципе, вся инфраструктура есть, электроэнергии хватает. По сути, сделать производство. Хотя потом, может быть, я, наверное, в какую-нибудь медь упрусь. Ну, тут как обычно бывает. Одно производство увеличиваешь, упираешься в другое. Да чертовы... Где у меня конвейеры? Здесь? Нет, не здесь. Все тупи, тормози. Топлива хватает. Так, конвейеры. Конвейеры, я вас вижу. Вот вы где. Так, ну, сейчас конвейеров точно хватит. Ладно, полетели, расставим все-таки.
Железных пластин мало, мне не хватит по-нормальному сделать электроэнергетику. Талиман. Здесь опять же есть плюс, там транспортники, они уже существуют в пределах. Так, в пределах моей сети вот этой всей. Вопрос, где мне здесь поставить, собственно, добычу. Так, это два добычи и производства. Железная жила. Блин, тут далековато. Тут у нас 1,5 миллиона жил всего лишь. Вот эти две можно было бы заиспользовать. И направить их в тридцатник. И переплавить тоже где-то вот в этом месте. Я думаю, это неплохая идея была бы. Можно сразу тогда начинать. Тут тем более все рядом. Здесь все рядом. Единственное, что где мне тут тянуть ленту? Так. Если я вот так вот потяну, докуда я долечу? Тут Копервейн еще. Его придется тогда обойти, а с лентой сделать, наверное, следующее. Чтобы просто его не задевать. Ну, я думаю, вот с этого места можно начать ленту расставлять. Здесь будет ровно точно такой же цех, как был на Титане. Зато лишь разница, что здесь будет железо производиться. Ну и сама линия с железом пойдет не вдоль экватора, а где-то... Так, тут сколько у нас? 5. Тут 15. Здесь линию можно поставить с другой стороны, куда выгружаться оно будет. Так, и печку... Откуда здесь печка начинается? Чтобы у нас все ровно было. Печку сделать вот так. Итого. Погрузка у нас идет снизу. Разгрузка идет тоже вниз. Здесь ставим производство железных пластин. Но я думал, это, конечно, все много времени займет. Хотя, по факту, это все времени это особо не занимает. Так, взял ли я с собой? Да. Выравнивалка у меня есть. По энергии здесь все хорошо. Энергии самой тоже до хрена. Так. Здесь тогда указываем железные пластины. Local storage, remote supply. На 10 тысяч. Титана уже понадеялась. Но я тут не знаю, когда вообще я тут упрусь в эти лимиты. Потому что на данный момент, ну, очень много всего. В плане ресурсов. Медь придется отсюда как-то, наверное, по бокам выгребать. Потому что, ну, или изгибнуть вот эту ленту потом в будущем, когда... Если я вообще до сюда доиграю. Так. Ну, 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. А этот у нас производится один к одному. И вторая линия пойдет... С другой стороны, тогда подаваться руда будет прям по экватору. Вторая линия пойдет со второй стороны. Чтобы здесь глюков не было, я печку вот так руками установлю. Блин, печка все равно копия взялась. Так, это по центру. И здесь выгружать будем точно так же. Итого, я забираю 30 и выгружать буду в сумме 30 железа. Секунду. Ну, по крайней мере, по расчетам так должно быть. Здесь я поставлю сплиттер. Так. Ну и тут осталось просто это все раскидать. Да, несоизмеримо упростилась вообще разработка схем всех с этим модом. Ну, жаль, конечно, что он все-таки баги вызывает некоторые. 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, а здесь я вообще правильно разгрузку указал? Может, опять тупи тормозишь, как-нибудь произошло? Я этого не узнаю, пока не подключу столбы. Здесь нужно по-другому сделать.
Это идет сюда, а линия пойдет чуть ниже экватора. Вот так вот. Сюда и сюда. Да, здесь все хорошо. Блин, но... Конечно, офигея с того, как они ставятся. Я не знаю, почему автор так сделал, что они поперек ставятся, а не вдоль. Они же должны быть... Вот эта фигня должна быть повернута туда, и эта должна быть повернута туда. То есть получилось так, что они как-то боком ставятся. Почему так? Мне это неведомо. Возможно, там какие-то ограничения в движке, или автор просто не может это сделать, не знает как. Может, с декомпилом какие-то проблемы. Черт его знает. Хорошо, осталось нам подключить... Да, блин, гобот. Осталось нам подключить месторождение, где у нас там первое идет. Но я все же сразу же буду обратным ходом подключать ленту. Чтобы потом не возвращаться. Хотя возвращаться все равно придется. Чтобы потом не строить лишний раз. Энергию... Откуда я там заберу? Не знаю, сейчас подумаю, откуда забрать. Да, получилась такая тема, что мы сделали усиление и зеленые кубы, которые пока что никак не используются. Но зеленые кубы я бы хотел, как я уже сказал, все-таки использовать вначале на варпы. Просто как это структурно организовать, не совсем понятно, потому что если мне варпов будет не хватать, блин, не очень хорошо будет. Так, тебе сюда. Вначале можно отсюда забрать. Здесь мне потребуется... Не знаю, сколько тут столбов потребуется. Два. Три. Смогу ли я еще две скрафтить? Башни вот этих. А, как раз две и смогу. Пока я тут все обмазываю бурами. Так, давайте зачистим. Итого у меня здесь получится. Раз. Два. Три. 4, 5. Сейчас у меня есть такое подозрение, что мне тут буров будет не хватать. 6. 7. Это не самая такая насыщенная железом планета. Все-таки. Так, тут давайте поставим сплиттер. Два. Один, два, три. Ну, тут нормально должно хватать, в принципе, всего. Конвейеры вроде как синие, не зеленые. Сейчас посмотрим. Но мне в любом случае нужно еще одно месторождение будет подключить. Так, да, здесь вроде все подключилось, все собралось. 210 минут. 294 минут. Вот они здесь пишут в минуту, а конвейеры пишут в секунду. Вопрос. Кто идиот? Почему нельзя? Я уже про это вроде, кстати, возмущался. Почему нельзя сделать галку где-то в опциях, перевести все к одному вот этому вот параметру? Либо мы в минуту считаем, либо мы в секунду считаем. Потому что у нас какая-то... Ну, блин, непонятная фигня получается в итоге. То одно, то другое. Я не знаю, может, это тоже какая-то фишка тут в игре, что вот так вот делать. Одно в минуту, другое в секунду, третье в часы еще. В световых годах бы еще посчитали. Ну, видно, что компрессия не полная. Кстати, как оно там, производство у нас поехало? Да, с производством все хорошо. Сейчас у нас должны тут вылететь. А, за ними уже выехали. Вылетели. Надо будет поставить несколько еще грузовых челноков сюда, иначе просто будет не хватать по скорости. Так, одно. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. И... Ну, седьмое пускай сюда будет. Так, сплиттер. Сплиттер. Пойдешь сюда.
1, 2, 3. Ну, здесь, я думаю, этого будет достаточно. 4 на одну ленту. Так, выход сюда. И тут то же самое. Можно даже чуть подальше сделать. Все, с этим вроде разобрались. Ставим сюда электроэнергию. Улыбаемся и машем. Хотел, видите, за кадром сделать, а сделал сейчас. Ну, потому что реально железных пластин не хватает. Ну что такое? В таком случае можно будет каким-то, ну, следующим делом каким-то более полезным заняться, чем вот эта вся расстановка одинаковая. Так, хорошо, с этим разобрались. Массив стоит. Я не знаю, какие мне тут массивы еще пригодятся в целом. Компрессии полной все равно нет. Я не понимаю, в чем проблема с этими рейтами. Возможно, проблема какая-то с погрузчиками. Они не могут нормально вклиниться здесь. Из-за этого какое-то дупло происходит. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, проблема в чем-то другом. И здесь не совсем точные цифры указаны. Ну, или фиг его знает. Здесь вроде линия полная. Может быть, просто не полная линия подается. Черт ее знает. Тут вроде всего хватает. А, ну вот сейчас уже компрессия вроде как полная стала. Что зря я тут ворчал, жаловался. А в самой станции... Да, железо тоже в плюс пошло. Ну и отлично. Может тогда возвращаться обратно на родную планету. Где там? Где бы она там ни была. Вон она. Кораблики, кстати, вот эти межпланетные довольно быстро ускоряются. Прям вообще моментально ускорился. У нас в ход пошла последняя технология, которая увеличивает скорость наших дронов всех. Так, давай, опускайся. Да хорош. Как-то он не совсем головой в планету приземлился. А раньше робот был лучшим. Раньше прям башкой планету тормозил. Я упала с самосвала, тормозила головой. Нужно ли мне сюда челноки? Да, мне челноки по-любому нужны. Я думаю, что... Хотя, что тут думать? Тут все упирается в то, сколько я смогу скрафтить. У меня на все это дело нет турбин. Как всегда. Что, кстати, у нас по производству здесь? О, 440. Ну все, я готов к межпланетным перелетам каким-то. Можно прям разворачивать нормальное производство. Вот то, что выше было показано. Так, но... Все же перед этим имело бы смысл, наверное... Так, раз, два, три. Имело бы смысл, наверное, все-таки... Я вот думаю, как мне лучше сделать. Можно, знаете, как сделать... Вот здесь вот прямым выходом. Так, Доня. Вот здесь сделать. Здесь сделать в качестве исключения выход отсюда с зелеными кубами. И они по приоритету вначале будут сюда уходить, а только потом копиться. И тут же сделать производство... вот в эту станцию или сюда, ну сюда можно завести производство варпов, то что варпы мне нужны для того, чтобы у меня межпланетные кораблики наши прыгали. Так, и где мне бы их поставить? Ну вот сюда вот завести. Тут иначе ровно, да, встал. Иначе по приоритетам тут, конечно, слегка геморройно будет все это делать. А, нет, стопэ, у нас же здесь еще одна станция, да, планировалась? Я тогда могу отсюда линии вывести и сделать все ровно. Доня? Кот решил это... немножко порадовать нас на записи. Я не знаю, слышно его или нет. Так, надо посмотреть, где у нас там варпы делаются. В ассемблере. Из одного кубика за 10 секунд делается 8 варпов. И в итоге я отсюда забираю... зеленку. Можно даже сразу, наверное, забрать зеленые кубики. Завожу их сюда.
по центру. И из них можно было даже их не по центру, а где-нибудь. Хотя пускай будет по центру. И ассемблерами, чтобы нам не отходить тут от канонов. Так. А, с этой стороны я выгрузить смогу, да? Потому что мне лаборатория... А, могу я их выгрузить в центр тогда. Так, могу их выгрузить в центр. Допустим, куда-то сюда. Вот. И здесь поставить варп. Что варпы мне будут нужны. И где-то сделать межпланетную станцию. Так, пускай их тут будет целых 5000. Мне по большому счету пофигу, сколько их тут. Хотя, может быть, 5000 тут и не надо. Пускай 1000 будет. Зачем лишнее делать? Я, кстати, и сам ведь смогу на этих варпах летать. Ну, а тут поставим производство самих варпов непосредственно. Так, мне бы все-таки хотелось бы по линиям-то выровнять. Это должно чуть-чуть заходить вот так вот. Все, а следующий... Ну, следующий может тут стоять, а может быть со смещением, как обычно у нас до этого бывало, вот так вот сделать. То есть сюда производство варпов из кубов, из зеленых. И здесь производство варпов из зеленых кубов. Ну, забирается с одной, выгружается на вторую. Я думаю, это понятно и так. И тут в целом все вроде как ровно получается. Так, ты. Ну и столбы до кучи. Сюда. Все, пошла работа. Во, отлично. Осталось нам сделать Ctrl-C, Ctrl-V и радоваться. И здесь по приоритету зеленые кубы все-таки сюда уходят вначале. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не все столбы, конечно, пока работают. 2, 3. Все. Молодцы. Заработали. Так, ну и здесь все то же самое. Все, пошла работа. Все, отлично. Мы, в принципе, собрали всю инфраструктуру под то, чтобы начать межзвездные перелеты, какие-то вменяемые. Единственное, что мне, что пока не нравится, это то, что мне не хватает. У меня нет производства челноков и нет производства логистических дронов. Это бы все же, конечно, надо как-то наладить. Но это все упирается либо в отсутствие железа, либо в отсутствие еще чего-либо. Железо сейчас отсюда должны начать забирать активно уже. Не только лишь с той моей начальной станции. Но вот я уже вижу, что Local Supply забирает. Здесь я железо возьму себе в карман сколько-то, чтобы заказать. 2, 3, 4, 5. 5 и этих... Ну, этих нужно сейчас туда кораблики поместить. А здесь прям все хорошо. 584. Давайте это сюда. И... Так. Что я хотел-то? А, вас скинуть. Ну что, летите? Во, прилетают большие корабли сразу с железом. И наши локальные дроны с железом прям полетели. Ну все, эта проблема, я буду считать, что частично решена. Потому что остальные большие какие-то производства я бы все-таки хотел... Электроэнергии не хватает. Я бы хотел как-то нормально разносить. Или в чем проблема была? Консумшн. Ну да, энергии прям совсем не хватает, потому что очень много сейчас у меня потребления. Резко возросло. Надо доставить электростанцию, как изначально задумывал. Электростанцию я хотел здесь поставить. Ну и чтобы не переносить по ленте, я бы все же хотел ее сделать независимой и перетаскивать как-то дронами или что-то типа того. Ну а тут не хватает супермагнитных колец, а это все по цепочке будет не хватать. Ну давайте с этим, наверное, чуть позже, может быть, разберемся. Вот, а на сегодня я серию буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Если все это устраивает вас прохождение, обязательно поддерживайте его лайками, комментариями там,
и все такое. Ранний доступ, напоминаю, просили напоминать, ранний доступ возможен через Patreon. Я записываю серии пачкой, выкладываю их пачкой, но вот раз формат у нас такой немонтажный, поэтому вот так вот оно идет. Так что кому любопытно, можете прям за минимальную подписку получить ранний доступ, если вам это интересно. Про это был пост в комьюнити канала на Ютубе. Ну, сейчас все, на этом точно все. Всем до скорых встреч, всем покеда.